Черт, Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, мать. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареи! Открыть фронтальный огонь! Запустить двигатели 2 и 6! Гиперпрыжок по моей команде! Прыжок! Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет Королева Клинков. Мы знали, что она вернется, но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз? Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Итак, всем приветушки. И давайте поболтаем со всеми. Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Я тебе вроде уже говорил, что скоро. Скоро откроем. Хватит паниковать. Все действительно так плохо, Мэтт. Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет Доминиона, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мёбиусах, а там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь. Ничего не утрясется. Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с Мэттом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заело? Ладно. Раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. Это да. Ладно, у нас есть также архив заданий.
Здесь мы можем посмотреть все видеоролики, которые были до этого, да, то есть если какие-то миссии пропустили, тоже их можем посмотреть, так что все круто. Ну и плюс здесь показывается, да, то есть какие достижения мы получили, какие нет, что для них надо и так далее. И на каком, соответственно, уровне сложности мы их пробежали. Так, в арсенал. Эй, народ! Наш славный предводитель вернулся. Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага. Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками. Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Не, ну честно, другое дело. Уж поверь, на этот раз мы точно справимся. Нет, ну серьезно. Но я в этом уверен. Не так, как раньше. Сильнее. Немножечко. Улучшение того, что у нас уже есть, это хорошо. Но когда у нас появятся новые разработки? В арсенале шаром покати. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое, я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное, обеспечь меня чертежами. Окей, ладно. Так. А, я помню, здесь мы делаем это и, по-моему, вот это. Нам на первой миссии очень даже понадобится. Дом, милый дом. Угу. Тоже думаю, что домик — это хорошо. Ладно, переходим к чему-нибудь, даже не знаю. Что-то создает сильные помехи. Разбираюсь с сенсорами. Разбирайся. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агри. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите, священной планете протосов. Ну, давайте начнем с Агри. Всем, кто слышит это сообщение, зерги напали на Агрию. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Дадут нам за них огнеметчиков и, собственно, поехали. Входящее сообщение. Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. Так, ну что, давайте, сейчас нас выгрузят с вами, ребятки. Надеюсь, все пройдет легко и просто. С пылу так. Жару. Эй, ковбой, я отправил к тебе огнеметчиков. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Это хорошо, отлично слышать, приятно. Войска союзников атакованы. Так, нужно будет подбирать все ресурсы. Так, пока жгем зергов. Великолепно. Так, вот там, по-моему, еще. Ага. И все. Так, ребята, не стреляйте, только все свои. Слава богу, вы прилетели. Я передам вам управление над основными зданиями колонии, чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией. Замечательно, так, надо строить потихонечку наших ребят.
из огня. Давайте продвигаемся. Смотрим еще ресурсы, может. Смотрим, что у нас вообще есть. С пылу, с жару. И давай сразу туда пойдем. А вы возьмите пожарить? Вот эти вот минералы. Огоньку. Замечательно. Ничего здесь вроде нету. Так, у меня, к сожалению, игра прервалась. Вырубили свет. Ну, давайте еще раз продолжим. Суть в чем? Нам нужно быстро продвигаться, собирать минеральчики, все дела. И давайте. Так, вот у нас свинка. Почти огненная. Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту, чтобы дать им шанс выбраться с планеты. Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. Давай, удиви меня! Есть! Вооружен так. И опасен! Так точно! Там вот дорога показана, как раз по которой мы будем колонистов перевозить. Так точно, сэр! Бегом! Кто-то догадался построить бункеры вдоль дороги. Но почему у них никого нет? Когда зерги напали на нас, войска Доминиона бросили бункеры и сбежали. Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. Что бы ни случилось, не останавливаемся. Вперед! Так, ладно, замечательно. Дальше бежим. Так, вот здесь тоже минеральчики, по-моему, были. Оп-оп-оп-оп-оп. Не теряем. Отлично. Огненный свинтус жив. Так, надо возвращаться к своим. Но, насколько помню, они до вот этого верха не встретят никакого сопротивления. Так, вы сюда. Вы тоже ждите. Берем газ. Так, и смотрим. Ну, по-моему, нет, нет, никого там не будет. Подстроить еще немножко, ребят. Так. Давайте посмотрим. Что у нас тут есть еще интересного? Подождем, пока на нас начнут нападать. А вот и они. Приступим. Это было легкое сопротивление. Так, вот здесь кто-то будет, по-моему. Да, гребаная гидра. Берем минеральчики. Уходим обратно к базе. Вы двое сюда. И ты, свинтус, тоже сюда. Посмотрим, что у нас тут нового. О, три Маринеса. Немножко поклепаем еще юнитов. И построю еще три барака. Так, ты строй. Ага. Огоньку. Угу. Требуется дополнительный. До космопорта будь не близкий. Мы не сможем охранять все шоссе. Что будем делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. Но не знаю. Скоро выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Хорошо, подготовлю. Надо только вот эту хрень убить. Сейчас мы вперед выведем. Мясо наше. И отжигаем. Так, отлично. Подвигаемся потихоньку-полегоньку. Зажгли. Замечательно. Давай, удиви меня. ЖСМ готов. Так, круто. Выкладывай. Доктора вызывали? Так, еще один. За твой счет. Я думаю, этого мне хватит. Так, еще по чуть-чуть рабочих. Езжайте в космопорт! Быстрее! Еду. Ты добывать. Недостаточно виспена. Блин, надо виспен добыть. Режим готов. Ты и ты. Кому на
человека. Так. Ну, в принципе, выполняю. Этот отряд уже может справиться со многим. Следующую поездку надо постараться. Стройка завершена. Побольше склепать отряд, а пока. Понял. До бункера поставим. Оп, там еще идут. Только отойти хотел. Так, клепаем, народец. И ставим отсюда. Замечательно. Опа-па-па-па. Ух, ё. Прикройте их. Ух, ё. Ух, ё-ё-ё. Ё-моё. На меня. Все на меня. Не обращайте внимания на колонистов. Все на меня. Так, ух, о, ты. Тихо. На колонистов напали. Мы должны их спасти. Блин, один погиб. Черт, хреново. Почему бы и нет? Черт, бункер я походу потеряю. Так, обидно. Зерги напали на конвой. Поджарьте их. Ну ладно, хоть юнитов не потерял, а то хорошо. Так, строй второй бункер. Так, там зерги опять бегут. Твою ж мать. Здесь нельзя строить. Так, точно, здесь нельзя строить. Так, ребята, помирайте давайте. Заходите. И строй второй бункер. Ну, что делать? Так. Ладненько. Призываем медиков. Недостаточно минералов. Огнеметчиков. Улучшение завершено. Блин, с улучшением придется подождать. Ну ладно. Еще клепаем немножко рабочих. Давай, удиви меня. Доктора вызывали? В принципе. Командир, скоро мы отправим еще одну группу. В принципе, этого должно хватить. Так, нам надо будет уже скоро пройти за еще одной эссенцией. Доктор, а вот здесь вот где-то находится. Так. Кому навешать? Еще ребятки подоспели. Еще пару медиков, пару огнеметчиков. Огоньку. Оп, улучшение наконец-то. Подождите нас! Да без проблем. Кто на новенького? У меня как раз сейчас вся армия подойдет и будет все хорошо. Минералов. Круто, как всегда, минералов. Я уже заждался. Мало. Огоньку. На следующем витке тогда зайдем за эссенцией. Вооруженные обаги! Эссер! Кому навешать? Еще бы! Так. Атака отбита. Изи вообще. Дополнительные хранилища. Доп хранилища, хорошо. Найдем. Чуть попозже, может быть. Давай, удиви меня. Так точно. Я пока что просто убиваем атаку. Стараемся не терять войска. Давно бы так. Кому навешать? Прочь с дороги. Да, когда-нибудь оклик доведет меня до чего-то плохого. Людей в бункер, я думаю. Вас понял. Круто. Все. Войска союзников. Зерги на дороге. Ух ты. Мутата. Мута. Приказы будут. Круто. Мута я не ожидал. Что за спешка? Давай, удиви меня. Требуются дополнительные хранилища. Так. Требуются дополнительные хранилища. Давайте идем за нашими. Задавим их интеллектом. Эссенциями. Давно бы так. Как скажешь. А вот и она. Завершено. Отлично. Так, пройдемся до самого низа. Прочь с дороги. Все, пока ничего не теряем. Сэр, мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. Хреново. Вооружен и опасен.
Так. Давай-ка. Командир, очередная группа колонистов готова отправиться в путь. Кому навешать? Вас понял. Я думаю, пусть он построит пару хранилищ, тот пару бункеров, и все будет замечательно. Сделаем наши отряды еще больше. Приказы будут? Так, еще тебя, наверное, надо взять. Есть, и работа. Строй мне бункеры. Водишь ты. Задело. Отлично. Понятно. Так. Хотя... Все на месте. Что этого мало. Поехали. Давайте еще. Мандуй. Что за спешка? Ребят, переведем. Бегом! Вот теперь будет получше. Дополнительные хранилища. Давай, заходите, меня. Ребята. А ты, я уже заждался. Вот и первые бегом летающие получим. Зерги. Чтобы их. Точнее, десант. Огоньку. Так, тихо наверх. Еще один десант. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Идем наверх. Окей. Там бункеры прикрывают. Ребят, внутрь. Должны, по идее, справиться, но давайте поможем. Отлично, дальше. Здесь тоже два бункера. Колонисты в опасности! Прикройте их! Будет сделано! Хорошо. Замечательно. Ребята, давайте умирать вместе. Давай, удиви меня. Отлично. Большой у меня отряд теперь есть. Что происходит? Есть? А? Угу. Туда вас кому отправим? Наверх? Одного, а не двух. Тебя вернем на производство. Огоньку. В принципе, то больше ничего особо мы и не сделаем. Давайте здесь мы поставим здесь. Тут. Тут. Недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Тут. Думаю, это какой-то подземный зерк. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Вооружен и опасен. Ну, тут, например. Вас понял. Ладно, посмотрим. Мои люди почти готовы, командир. Скоро отправляется очередная группа. Доктора вызывали? Ждем. Без проблем. Доктор пришел к нам. Что за спешка? Задавим их интеллектом. Прочь с дороги! Так, вот эту группу я привяжу к машине, а этой буду бегать. Такой будет маленький давай, диверсионный отряд. Давайте посмотрим, что у них там еще есть интересного у зергов. Так, ты возвращайся серьезно, обратно. Поедем или нет? Ладно, сейчас узнаем. Да, едете. Куда вы денетесь-то? По-моему, последний отряд, который и должен быть. Дополнительные хранилища. О. Конечно! Высылайте мешки для трупов. Месторождение минералов выработано. Ох, я их сейчас. О, гиблинги, нет, нет, та-та-та, больно было. Ладно. Почему бы и нет? Собираем минерал, пошли назад на базу. Уничтожаем. Доктора вызывали? Давай, удиви меня. Нужно идти дальше. Приказы будут?
убивать всю эту гадость. Минералов выработано. Понятно. Так. Требуются дополнительные хранилища. Ох, я бункер, кажется, потеряю. База нашей КСМ атакована. Обидненько. Ну, ладно. Так, назад быстренько. Там справиться одна в одном бункере. Я уже застал на новенького. Так. Шикарно. Пусти. Гад, пусти. База атакована. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Почему бы и не? Колонистов не тронь. Да ладно, они считаются... Я думал, колонисты только считаются, оказывается, транспорт тоже считается колонистом. А, ну хотя водитель, скорее всего. Интересно, хватит? По идее, должно. Это были последние колонисты. Скорее, улетайте. Мы потеряли колонию. Отлично. Но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Ну что ж, я, собственно, доволен. Победа, эвакуация завершена. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.